скажем. Про группу кино ты от кого узнал? То есть ты услышал, ну, как от запись кого? Или кто-то... Ну, нет, ну я просто слышал это и все, и не по радио, конечно, в виде пленок. Пленочки. Но дело все в том, что в тому времени на радио, ну, начали показываться Макаревич и Гребенщиков. Вот как бы их приняли, скрипя сердце. Но это все-таки совсем другое поколение. Ну, то чуть-чуть это, раньше, это, да. Это поколение... Ну, тоже это все где-то с 80-го года началось. Раньше их на радио не было. Больше, конечно, Макаревича, потому что песни были как-то более известные, что ли, народ их там подпевал очень часто. Но аудитория у группы кино и группы «Машины времени» ну, совсем, говорят, совсем, что была разная. Разная. Говорят, что была разная, но хотя, в принципе, все объединялись потом. Были же совместные концерты. Совместные концерты кого? Ну, как «Сейшины». Как Сейшины в Питере, там, ну, Макаревич уступал, Гребенщиков, кино. Кино, по-моему, не вписывалось ни в какие такие практики. Это, так кино, только, кино, это сейчас так вот кажется. На самом деле, они работали в Ленинградском рок-клубе, они выступали на сцене этого рок-клуба, там могло быть 15 групп за вечер. И все, в общем-то, так не разделяли. Группа кино считается немножко особняком такая была. Они держались сами по себе. Ну, может быть, но все равно это была одна компания. В принципе, это была одна компания. Питерская это одна компания, а ваша московская. Мы это... немножко были, а была другая компания. Потом... В чем разница? Ну, разница была прежде всего в том, да простит меня рок-н-ролльное сообщество, что то, кем были мы уже такие были, ну как сказать. Ветераны. Да, мы уже набрали некий опыт, мы работали профессионально от филармонии, делали свою музыку. Сколько зарабатывали? За деньгу. Ну, это сложно, об этом не будем, но прилично. Ну, что так? Прилично. Мы зарабатывали очень хорошо. Мы зарабатывали очень хорошо. А те-то пели бесплатно, в общем, на первых порах. Ну, так мы тоже сначала пели бесплатно. А через 10 мы начали, извини, в 65-м году. Ну, считается, что если бы не прорубили эту стену, то, в общем, и не было в эту стену понехлынула эта волна. Ну, может быть, наверное. Но кто-то должен был быть первым, кто-то должен быть вторым, а кто-то должен быть третьим или четвертым. Но это совершенно не значит, что первый главнее четвертого.